Привет, Ксюша. Привет, друзья. Привет. Что у нас за игрушка сегодня? Игрушки. Посмотри, кто там. Сальчик, Киза. О, какая маленькая. Где там? Кто там? Все. Ну, давай открывать, Алис. Я. Давай посмотрим. Это же не просто зверюшки, это какие-то... Это какие-то волшебные зверюшки. Эти зверюшки болеют. Их нужно лечить. Мы будем их лечить, Алис? Давай откроем, мы будем их лечить. Они работают. Они работают, но они не работают, они болеют просто. Ты сейчас увидишь. Так, вот у нас есть кошечка. Она болеет. Она болеет, да, давайте. Вот есть зайчик. Ой, подожди. Собака. А здесь вот такая коробочка. Ой, а в этой коробочке еще секретик. Смотри-ка, Алис. Здесь была еще одна собачка. Такая блестящая, красивая. Давай я покажу. Нам попались вот такая красивая лошадка. Кошечка такая. А, это кошечка, да. Кошечка вот такая. Лошадка вот такая. Зайчик. Дай, пожалуйста, я покажу красивую собачку вот такую. И вот такая красивая собачка, сюрприз, такая розовая, блестящая. И вот посмотри, Алис, вот эти животные, они болеют, ты знаешь, у них должны быть у всех такие царапинки. У нее здесь вот такая вот царапина. И вот эту царапину нам нужно вылечить. Подожди-ка, я сейчас покажу в камеру и дам тебе. Для этого нужно по этой царапине провести пальцем. Смотрите, когда я провожу по ней пальцем, она исчезает. Это волшебные зверюшки. Смотри, их можно вылечить, Алис. Ты видишь, нету больше царапинки. Видишь, прошла царапинка, мы ее вылечили. Их нужно пальчиками лечить им царапинки, вот такие волшебные зверюшки. У зайчика есть вот на лапке царапка красная, такая розовенькая. Ну-ка, на, вылечи зайчика, смотри, у него на лапке царапинка. Ты должна ее пальчиком погладить. Ты вылечила нам зайчика, покажи-ка мне. Прошла у него царапинка на лапке или нет? Алис, ну ты что-то не очень хорошо лечишь. Сейчас я попробую полечить зайчика. Лечим зайчика, лечим. Проходи, царапинка, проходи. Что нужно сказать? Наверное, нужно сказать волшебные слова. У кошки болит. Её болит. У кошки болит, у собачки болит, а у зайки не болит? Это волшебные слова такие? Но что-то у зайки не очень хорошо лечится. Зайка у нас какой-то особенно больной попался, он не лечится. Ладно, мы еще попробуем полечить зайчика. А вы, друзья, расскажите нам, попадались ли вам тоже такие неизлечимые животные, у которых лапка не лечится. Зайчика мы, к сожалению, вылечить не смогли. Здесь, наверное, понадобится доктор Плюшева. У нее, возможно, получится лучше. Да? У Кисы нам попалась здоровая, а вот лошадку мы вылечили, у нее больше нету царапины. Вот такие волшебные животные у нас, госпиталь с волшебными животными. Пока-пока, друзья. Пока-пока, друзья.